No, я зародился в первых пришел в начале 90-х. На то время, как рэп, я был подросток, выглядел дроско. Держа в руках не микрофон, а соску стал, пока напишут обо мне хотя бы в одну газетную сноску. Облетая кросс, я ощущаю прохладу улиц, надеюсь на то, что обо мне узнают, дать славу тем людям. Что больные мои убили первые годы, читая о беспредельной жизни, как другом, как другом, как другом. Помог колеса хватает на жопы, и кем бы ни был наш бог, он все равно уже не поможет. Сколько раз не произносит слух, то, о боже, если не зайдет тебе луч света, сияние небесного ложа. Вот купит меня, за что огонь прилюдно, дай мне повод, сделаю уровень Голливуда. Пока я есть бац, свой пользу не себя боюдно, но помните, основные мысли, моя часть замута. Вот купит меня, за что огонь прилюдно, дай мне повод, сделаю уровень Голливуда. Пока я есть бац, свой пользу не себя боюдно, но помните. Чума 21 века, коммерция рэпа, на рынке хип-хопа нет ни одного нормального трека. Но все стремятся куда-то без корысти, крайне редко встречается из так, где-то 2,5 человека. За бабки готовы удалить своих друзей, людей, семью, все людей, стало пара актуальных идей. Я гасну в сердцах, хоть убей, но проживу ровно столько, сколько прожил когда-то свое время Помпей. Вот помнят меня, за что быть прилюдно, дай мне повод, сделаю уровень Голливуда. Пока я есть вас, вы пользуйтесь обоюдно, но помните, помните, помните. Вот помнят меня, за что быть прилюдно, дай мне повод, сделаю уровень Голливуда. А дальше я буду помолочкой. Моя политика заключается в том, чтобы внести рэпом каждый жилой дом, чтобы помимо гитары, пианино, рояли аккордеон, дети напрягали речитативом своих папы и жен. Апатия ко всему приводит к беспорядкам, теперь каждый бездельник кручит целей изрядно. Тем самым остается без денег, кто в кармане не сделит, что спасает не раз, а сука, это не делит. Yeah.